Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Toast Games. Так, мы продолжаем с вами династию. В прошлой серии мы с вами спасли оленя. Слезть нечем были. Так, где мы? Так, куда нам? Где мы? Ага, мы здесь. Так, нам туда, да? Ага, ну пойдемте. Надеюсь, тут кабаны, то есть на нас тогда... Не напал, мы видели кабана тогда. Раз. Так. Выбираемся сквозь листву. Ну, тачка и так. К сожалению, тачки здесь угонять нельзя. Что на самом деле очень плохо. Можно было взять какой-нибудь корыто и поехать. Но, к сожалению, так, нам нужно строить этот... Так, правильно идем. Построить сарай нас попросили, но там нужно собрать деньги, какой-то авторитет, еще что-то там. Всякой херни-мерни. Вот. Купить лес. 23 тысячи евро, нифига себе. У нас только пол... Бомжи, короче, 1250 рублей у нас с вами. Удочку нам дали тоже. Вон. К сожалению, он не ныряет. Просто по поверхности плывет. Это такое? А, удилище. Сначала не понял. Бегаем туда-сюда, короче. Выполняем задание. Так, ну пойдемте. Так, здесь мы были, вот мы рубили этот лес. Вот видите, это наши пеньки. Вот, блин. Так. Пойдемте выполним задание еще одно, посмотрим, что там. Блин, как этому сарай построить, вообще непонятно. Инструменты какие-то надо. Так, типа, взгляд инженера. И что с ним делать? Сшильная камера для брусьев. Здесь сушат палеты со свежими брусьями. Сухие брусья и доски можно использовать для перестройки зданий или продавать по высокой цене. Не работает. Почините до полного функционирования. Блять, если у меня нет досок, как я типа чиню? Тоже не придумают. Но работает что? А здесь лесозаготовка, стружки надо сюда. Ставить, да. Ну, ладно, пока рано сейчас. Сделаем все. Так, для продажи. А, короче, мы бежим домой. Бежим домой такие. Я передал Логану твою посылку. Ты была права, он отличный мужик. Если узнать его получше. Он устроил тебе экскурсию по лесу? Да, даже лучше. Помог ему спасти оленя. Это было нечто. Ого, как здорово. Я горжусь тобой. Так, социальные очки. Получили. Изучи новый навык. Счастливчик позволяет находить сундуки с редкими предметами. Так, куда нас направляют сейчас? Так, отель в горах. Поговорите с дамой. Награда социальная. Это задание сейчас выполняется. Ну, поехали. Где свой пикап припарковал только? Серьезно, здесь? А, все, так можно. Спасибо.
Так, ну вроде бы нам прямо, не? Не совсем. Так. А идем через этот лес нахер. Да. По проселке. Нам надо чинить, наверное, всю бизнес как-то делать, а не, блядь, кататься туда-сюда. Хер поймешь, короче. Ну ладно, давайте сделаем эти задания. Стараемся. Так, мы сюда поворачиваем. Я нам прям. Прямо потом на перекрестке налево поедем. На мост. Это лавка. Я думал, сундук какой-то секретный. Там, с какими-то этими призами. Что-то, о, блядь, подожди, по встречке. Ебался, короче. Засмотрелся на тот отель наверх. Красиво тут хотел сказать и проехал поворот. Ну, в принципе, нормально. Город достаточно такой большой. Сейчас опять что-то съездить, сделал. Да, мой, блядь. Hello, young lady. Добрый день. О, здравствуй. Вы что-то хотели? Вы выглядите очень взволнованным. Я могу чем-нибудь вам помочь? Я не уверен, что мне стоит разговаривать с незнакомцем, но вы похожи на честного человека, и я вообще. Видите ли, этим с кризисом строительных материалов так подорожали, что у меня не хватает денег построить последний дом. Ни один гость не захочет остановиться в недостроенном отеле. Мне постоянно звонят из банка. У меня ни денег, ни на стройку, ни на оплату долга. Я просто в отчаянии. Я бы мог вам помочь ремонтом здания, но вряд ли будет выглядеть супер современно, но любой деревень стиль полный. Правда, сделайте это. У меня много консерв, которым я могу поделиться, когда вы закончите. Если мне все равно, они мне все равно не нужны. Давайте. Звучит заманчиво, согласен. Вот как строить, кто-нибудь знает, не? Так. Так, вперед, назад. Починить, перестроить. Левая кнопка мыши. Карта, меню режима.
Ну и чё? Блин, залезть не могу. Разрешать задание, поговорить с людьми, чтобы так. Читать задание, используем новых материалов. И что мне делать? Использовать бензопила, удочку. Так. Может, у меня нет инструментов? Так, ну-ка. Так, и чё? Прыжок, починить, перестроить. Левая кнопка мыши. Ну и карта. Пара, положение камер, круиз-контроль. Ведь. Кристоф, за Кристоф. Ой, блядь. Привет. Рад тебя видеть. Мне нужна. Не, сейчас, извини. Не поделись. Я просто хочу, чтобы наш мэр позаботился о нас так же сильно, как он заботится о себе. Ладно, увидимся. Пока. А чё-то ничего не объясняют, как строить или объясняли, я, блин, опять проспал. Тер, короче, залезешься. Взгляд инженера и чё? Что-то было, мне показалось, да? Блять, это сбрасывать эти блядство. Я, короче, погиб. Выпрыгнул, блять, с этого. Не получилось построить сарай, взял, блять, со скалы и пизданулся, блять, дурачок. Могу понять, как мне это. Hello. Oh, hello. Привет, о, привет. Gotta go. Как тебе построить там, блядь? Вообще не по, я не понимаю, как это строить. Правая кнопка мыши. Ну и материалы нужны, не нужны материалы. Место отремонтировать все здания на ферме. Так, на холме есть какое-то странное сооружение. Возможно, стоит посмотреть. Оливер и его сарай. Место для отдыха. Поехали. Поехали сюда. Себе отремонтируем пока все. Скажут, что делать. Что там, блядь?
ученичком так, хоп. Ну, вот сухостой уже вижу, уже знаешь, такой глаз намотанный. Какие деревья можно срубать, какие нельзя, сухие, не сухие. Я быстрее тачка едет, чем тебя, понял. Без поворотников херачит и еле-еле. Непонятно как, вот что делать, денег нет или что у нас. У нас дрень такой же колодец был, смотри, да, прям с такой же палкой. Ну и чё, как мне строить? Зеленый должно быть. Гасили. И дальше. Сейчас такую стройку сделаем вообще. Закачаешься так. У нас не заканчивается, попу еще поставимся. Так. Коровники. Прям захерачим сейчас все, ну, чтобы не таскаться 150 раз, да. Сено, а не нет. Подожди ты. Блин, никакой информации то. Ну вот сейчас пару зданий сделаем, посмотрим, как работает, не? Работает ли вообще. А где их подобрал? Здесь где-то, да? Просто интересно, и что дальше, вот, допустим, хоп, ну, поднимаемся. И ничего у нас не происходит. Какие-то инструменты, где надо в дом ходить.
Угол обран. Яблоки собрали, так. С яблоки бы пиздить, опа. Сейчас наш... Пчелы производят мед и очень полезны для вашего осада. К тому же, совершенно безвредно. Социальная выгода 250. Теперь пойми чего, так. Так, информация. Вы нашли гвозди забивающий пистолет. Теперь можете ремонтировать здание, чтобы вернуться в строй. А, ну все, я так и думал, блин. Это. Так, сейчас захерачим. Так, ну внизу вроде бы все. По крайней мере, так кажется. Так. У нас типа гора что-то такое, ну? Там пробито. Так. Так. Там такой красный, потом ты его делаешь, он нормальный становится. Ну, сейчас забор здесь тоже приведем в порядок. Так. Так, ну вроде пока здесь, пока с забором норм. Ч
Что там с табличкой? Да, нужны строительные леса. Так. Забубеним. Все отлично. Гася тут. Это с этим домом уже вообще. Теперь что сделаешь-то? Да, туда все заколотили. Вроде бы все, да, у нас с этим гаражом-то. Домашний топливный резервуар здесь будет храниться купленное оптом топливо в наличии 40 литров. Так, F2 у нас пистоль. Вроде бы все с сараем, с этим, не? Что-то провалился. Так, красных вещей я уже не вижу, да? Все, да, да. Вроде бы да. Подожди, а крышу? Поднимаемся. Вот нормальная крыша. Вот эти так. Пойду я на крышу, посмотрю, что там есть у нас. Если что делать. Если нет, то можно, в принципе, соседнюю же сарай ремонтировать. Вроде как все сделано. Типа готово. Чуть встали-то. Стоят там, блядь. А, бревно там лежит. Понятно. Подал как на эти. Опа. Шнеги не сломал.
Так, еще один сарай сделаем. Так, что здесь? Херня готова. Так, здесь чё? Готово. Готово. Так. Смотрю вдоль стенки, так, ну вот этой. Так, все, красного не наблюдаю, только внутри, да? Ну, это мы потом залезем на крышу. Я здесь еще пару стенок, так. Внутри тоже можно. Так, доски прибиваем. Так, в чем у нас? Так, ну по стенкам вроде все норм, да? А здесь внутри тоже сделаем. Раз. Так, ну здесь все, красного больше нет ничего, да? Угу, здесь просто. Готово здесь, так. Здесь тоже готово, так. Еще одну плиту перекрытия. Так, сюда. Сюда. Так, ну осталось там крыша только. Какая-то хрен пердень. Угу. Здесь курятник, что здесь курятник, точно. Так, хоп. Здесь у нас почти все, сейчас поднимемся. Да поднимайся, бухой что.
Так, осталось подняться на крышу. Доделать на крыше все дела. Так. Взгляд инженера. Крыша вроде нормальная. Так, ну здесь сейчас добьем. Скачет какая-то хер знает кто. Блять, на крыше находишься. Пойдешь, хребет переломаешься. Дурачок. Тихо. Не пишет, хоп, здание готово, как-то, блять, более меньше понятно было, не, или не готово нихера. Так, сейчас пройдемся. Так, это у меня, прости, прошу прощения. Тут, а эти пчелы, блядь. Так, здесь тоже вроде ничего красного такого нет. Хотя там тоже нет. Красно. Они тут есть. Там есть, смотри. Здесь как бы все, да? Мы починили. Сделали. Так, заблокировано. Так, то здание сделали. Это сделали. Ну что, предлагаю тогда на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Также не забывайте про все уведомления, колокольчики. Всем большое спасибо, берегите себя и пока-пока.